Пенсионер из Кокшетау стал первым миллионером лотереи «Саты Жулдыз». 82-летний Эрмек Сыздыков сделал две ставки по 100 тенге, и каждая принесла ему по 550 тысяч. О чудесной истории расскажет Асем Караулова. Эрмек Сыздыков лотерею «Саты Жулдыз» начал играть 3 месяца назад. И даже несколько раз выигрывал. Небольшие, но приятные суммы. И вот теперь он миллионер. Я не думал, что большую сумму выиграю. 10-го купил их лотерею, потом мы приду через несколько дней. 13-го пришел, девчата говорят, мы вас ищем, у вас большой выигрыш. Исход тиража игры «Кена» 10 сентября, в котором выиграл Эрмек Сыздыков, оказался весьма нестандартным. 10 из 20 чисел выпали в промежутке от 70 до 80. Вероятность выпадения такой числовой комбинации – 1 к 9 миллионам. Помимо Эрмека Аминовича, обладателями суммы свыше 500 000 тенге стали жители городов Атырау и Кызылорда. Пенсионер уже точно знает, как распорядиться выигрышем. Я раздам внукам. У меня 7 внуков. 2 правнука. Вот я им раздам. Есть студенты, вот помогу. Родители их ничего, зарплату получают. Как вот, сейчас время такое, я понимаю. Все. А нам пенсии хватает с женой. Тиражи лотереи «Саты Жулдыз» начали разыгрывать в середине марта. За это время победителям было выплачено свыше 500 000 тенге по всему Казахстану. Самый крупный выигрыш, мы рады, что именно в Кокшетау выиграли, что именно пенсионер выиграл, так как, можно сказать, по помощи. Вот. Сегодня, да, мы вручили сертификат. «Саты Жулдыз» предлагает казахстанцам 3 тиражные лотереи. Лото 6 и 49, Кено – 3 семерки. И моментальные игры – 3 алмаза, Жомарт – 3, 3 семерки. Максимальный выигрыш составляет свыше 20 миллионов тенге. Асем Караулова, Ербулат Асылбеков. Информбюро, Акмолинская область.